Программа «5000 мастеров» – это часть федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта образования. Она направлена на повышение квалификации преподавателей в соответствии с мировыми стандартами. Программа стартовала в 2016 году, и с тех пор ее участниками стали более 26 тысяч мастеров по 140 различным направлениям. Вообще эта программа, так скажем, она направлена на наставничество. Наставничество, обмен опытом именно разных регионов, обмен опытом различных вот таких, например, профессионалов идет у нас программа, да, то есть это все вот как раз это. Из чего состоит вообще, так скажем, подготовка? Сначала была подготовка дистанционно, первый модуль, то есть они сделали все задания дистанционно, отправляли, загружали на определенную платформу, сейчас они проходят практическую подготовку на 5 модулях, то есть это обслуживание УШГН, обслуживание УЭЦН, АГЗУ, трубопровод и нагнетательная скважина. Здесь они осваивают все эти, так скажем, навыки, но некоторые первый раз видят, у них нет своей базы абсолютно, им очень тяжело. Обучение по программе «5000 мастеров» проходит на лучших площадках страны с использованием новейших технологий. Все участники получают необходимые навыки работы на современном оборудовании, а также колоссальный опыт. Ведь общение с коллегами из разных регионов, несомненно, способствует профессиональному росту. Согласно вообще всем требованиям нефтегазовой отрасли, да, у нас идет все вперед, ничего не стоит на месте. И хочется, чтобы что-то внедрялось новое у нас в нашем же колледже, где я работаю. Хотелось бы, чтобы наши студенты точно так же, как у данного колледжа, занимали призовые места на том же самом чемпионате России по добыче нефти и газа, потому что те результаты, которые колоссально показала девочка ихняя, ну, нашим мальчикам она утерла нос, проще говоря. Тем более, когда ты общаешься с другими организациями, с другими людьми, ты понимаешь, что ты не один варишься в этой каше, в этой сфере. И понимаю, что есть поддержка, потому что после данного обучения обычно ты всегда начинаешь общаться и искать своих же соратников в том или ином направлении. Программа объединяет профессионалов со всей страны. К примеру, в этот раз в Нефтекамск на повышение квалификации по компетенции добычи нефти и газа приехали гости из Перми, Оренбурга, Удмуртии, Дагестана и других регионов. В данном конкурсе я участвую не в первый раз. В этом году наш техникум города Краснодара занял первое место по Краснодарскому краю в номинации добычи нефти и газа. И четвертое место мы заняли на всероссийском чемпионате профессионалы в городе Когалым. На сегодняшний момент вот здесь собрались мы для того, чтобы научиться чему-то, показать, обучить молодых преподавателей, самим чего-то нового увидеть, да, чтобы в дальнейшем мы могли правильно и квалификационно оценивать наших студентов на дальнейших чемпионатах. В этой программе я участвую в первый раз. Это для меня новый опыт. Интересно приехать в город, который никогда не был. Нефтяной город, так сказать. Увидеть коллег, которые работают в этой сфере непосредственно. На руках это все увидеть. Как они меняют ошибки те, которые мы, допустим, я произвожу в своей работе. Там в любом случае все знать, все уметь не получается. А увидеть, как другие это делают, как они к этому подходят, какой подход. Увидеть материально-техническую базу, обменяться опытом. Да и просто... Веселые, интересные люди. Даже лесненько встречались здесь. Новые знакомства, обмен опытом и новые идеи. Все это получают участники на площадке. Развивая и улучшая профессиональные навыки, каждый из них выходит на новый уровень мастерства, который влияет на процветание отрасли в целом. Ксения Белалова, Роберт Сабиров, информационная программа «Ежедневник».